снаряды начали падать. Я упал, кричу жене, а она сидела вот здесь. Вот. Ноутбук, там она работала работает на удаленке. И хорошо, что она оттуда ушла, убежала. Потому что, видите, снаряд залетел сюда, в конце на улице. Вот, вот здесь все. Ну, сами видите, что говорить. Окна все в дребезги. Вот да. Вкратце скажу, что есть. Мы все перепугались, естественно, потому что там и там падали снаряды. Ну, слава Богу, Бог миловал, мы живы. Ну, в целом, на что надеетесь? Да ни на что. На мир быстрее. Хотелось бы мира, чтобы это все закончилось. Да нет, меня, говорит, в шахте 9 раз заваливало, а я уже, говорит, ничего не боюсь. Да, у нас мужики такие, шахтеры. Крепкие ребята.